Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Дневник Рыболова и гости канала, и просто зрители. Ребята, сегодня я хочу вам показать такую штуку, одну. Это мобильная газовая печка, которую я использую уже лет 7 на рыбалке. Вот, хранится она в таком вот кейсике. Кейсик уже подубитенький, правда. Ну, время и как бы постоянно в движении, хотя я уже его красил, обычно, по-моему, был в черном цвете. Так, хранится в таком кейсе. Вес где-то около 2,5 кг в сборе. Вот такая вот печка. Убираем в сторонку. Так, разворачиваем к вам ближе. Так, вот такая крышечка. Переворачивается. Уже поржавела, нужно опять красить. Уже за зиму ни разу ею не пользовался. Удобно ее использовать и на дачу брать, и в походы, само собой на рыбалку, потому что понятно, что мы на рыбалках там используем костры, но иногда с утра хочется быстренько заварить что-нибудь, кофе, то ли чаю. В общем, в этом боксе хранится газовый баллон. Газовый баллон выглядит вот так вот, обычный баллончик. Вот, вставляем наш газовый баллончик. Рычажок фиксируем и закрываем крышку, чтобы был защищен. Вот, она маленькая, компактная, но тем не менее сюда можно поставить и кружку, и кастрюлю. Мы здесь и сковородки жарим, и рыбу на ней, и супы варим, и даже борщи варим, если мы долго находимся на природе, потому что уха ухой, а хочется еще домашней пищи. Вот, здесь вот находится рычажок, который дает подачу газа. И включатель. Оп, отлично. Загорелось мгновенно. Регулируется точно так же этим рычажком. Больше-меньше. Вот. Это, ребят, не реклама. Я просто показываю свою мобильную печь, которая, я думаю, и вам бы пригодилась. Поэтому, как производитель, я не знаю, он даже закрасил здесь. Ищите, где продают сужиться, в интернете, наверное, их валом. Ну, в общем, такая вот мобильная, прикольная печка. Так что рекомендую приобрести свой арсенал для рыбалки и походов. Все, спасибо за внимание. Всем пока, ребят. До новых встреч.